Есть одна тема, которая меня, как и любого жителя Европы, сейчас весьма интересует. Но я не хотел особо говорить по этому поводу, потому что это может восприниматься как какие-то рисовки. Не хотелось лишний раз делать на этом акцент. Но я получил два письма, где человек убедительно просит меня поговорить именно об этом. Это житель Белоруссии, как я понял, и его волнует вопрос о том, что Белоруссия собирается открывать новую атомную электростанцию непосредственно при помощи России, а человек уже смотрит будущее и хотел бы, чтобы его страна, как и, например, Германия, отказывались от использования атомной энергии как одной из самых вредных и самых, окей, сейчас функционирующих, но в будущем уже отмирающих. И вот что он написал. Известно, что Германия отказывается от АЭС. Через лет 20 закроют все свои реакторы. Уже сегодня Германия, четвертая экономика мира, производит из энергии ветра и солнца больше энергии, чем может производить Белоруссия с двух своих атомных реакторов. И это безотходное производство возобновляемой энергии против опасной атомной энергии. Сам реактор ВБЕР-1200 не прошел все необходимые испытания и может стать вторым Чернобылем в Европе. Его предшественники 10 лет тестировались. Российская Федерация использует газовый шантаж, а в перспективе и урановый шантаж. Сегодня Украина развивает альтернативную энергию. Есть зачатки в Белоруссии, но тут сильная атомная пророссийская лобби мешает развитию. Поэтому очень интересна тема немецкого опыта по снижению газовой зависимости и развитию возобновляемой энергии. Возможно, это тема для нескольких выпусков. Заранее спасибо. Да, конечно, мой подписчик прав, если очень серьезно и глубоко говорить об этом, то это действительно тема на несколько выпусков. Но я сегодня озвучу такие общеизвестные и, думаю, интересные многим факты, о которых наверняка вы не знали. Итак, в 2017 году, в конце года, Германия побила очередной рекорд. И рекорд этот связан с процентным соотношением использования возобновляемых источников энергии. А сейчас в Европе Германия держит первое место в этом смысле и хочет вообще доказать всем остальным европейским странам, что полный отказ от угля, газа и нефти возможен. И не в каком-то заоблачном будущем, а уже сейчас. Дело в том, что в 2016 году Германия заменила возобновляемыми источниками 29% всей потребляемой энергии, а в 2017 вышла на цифру 33%, побив, значит, свой собственный рекорд, и предполагают, что в 2018 году выйдет на цифру, близкую к 40 с чем-то процентов. Это очень много. И движение это идет в нескольких направлениях. Если кто-то не понимает, что значит возобновляемые источники, я скажу, что это солнечные батареи, это биотопливо, ветра и гидроэлектростанции, то есть ветряки, которые ставятся на земле и в воде на море. В 2022 году предполагают закрыть все атомные электростанции на территории Германии. Предполагается, что возобновляемая энергетика уже в этом году обгонит потребление угля и станет главным источником электроэнергии в стране. Это очень важный показатель, так как каменный уголь Германия импортирует, в том числе из России. И к концу 2018 года закроются последние две немецкие шахты. И мой подписчик абсолютно прав, возобновляемая энергетика давно обогнала атомную энергетику. Если кто-то говорит, что атомные электростанции выгодно, нет, неправда, невыгодно и экологически и опасно. По данным Международного экономического форума в городе Мюнстере, было сказано, что только одни ветрогенераторы на суше и в море произвели в два раза больше электричества, 14,6 миллиард киловатт-часов, чем
все оставшиеся немецкие АЭС. Это мы не говорим ни о солнечных батареях, ни о чем другом. Два раза больше. Эксперты установили, что действующие на Северном и Балтийских морях немецкие ветропарки устойчиво производят электроэнергию в течение всего года, то есть 365 дней в году. Почему это выгодно? Это выгодно не только в том, что мы будем независимы от любых поставщиков, и каждая страна может полностью себя обеспечивать. А вот посмотрите на эту картинку. Небольшая картинка, но здесь показано, что развитие всех этих альтернативных источников дало очень мощный толчок в развитии рабочих мест, так как производство солнечных батарей и в том числе ветряков, появились новые профессии. Это установщики этих систем, а также, например, регуляторы ветряков, люди, работающие на большой высоте, кстати, очень хорошо зарабатывают. Огромное производство солнечных батарей привело к тому, что за 5 лет их цена упала на 80%. В Германии стоимость энергии с применением фотовольтаики составила уже 7 центов за киловатт в час. А в странах с большим количеством солнечных дней эта энергия стоит 5 центов, еще дешевле. Практически все новые дома, которые строятся сейчас, уже полностью покрываются солнечными батареями. Кстати, полностью покрытый солнечными батареями дом вырабатывает энергии гораздо больше, чем нужно для потребления. Соответственно, избыток энергии, находящийся в батареях, можно продавать городу. А в дальнейшем считается, что избыток энергии можно будет использовать, например, для зарядки своего электромобиля. Так что поставка солнечных батарей сейчас – это замах на будущее, когда постепенно будут уходить все бензиновые машины и останутся только электро- или вассерштоф-автомобили. Вассерштоф-автомобили – это автомобили, работающие на водороде. Их материалы выхлопа – это самый обыкновенный водяной пар. Кстати, это еще одна из очень важных статей экономии энергии, потому что уже сейчас введены в производство водородные поезда и водородные автобусы. Автобусы подобного типа ходят уже везде в крупных городах. На них прямо на табло сверху указание, что это Wasserstoffbus, то есть бус, работающий на водородном топливе. Самой известной в этом смысле машиной, которая уже сейчас пользуется популярностью, является Toyota Mirai. Mirai переводится с японского как «будущее». Эта машина уже сейчас является главным конкурентом Теслы. Вообще все машины на вассерштофе, то есть на водороде, появились именно сейчас, когда входят электромобили. Считается, что эти два вида энергии, электромобили и мобили на водородном топливе, станут самыми большими конкурентами в будущем. То есть то, что я всегда говорю, в западном капиталистическом мире при появлении любого бренда или любой идеи обязательно появляется мощный конкурент. Ну а то, что за этими автомобилями будущее, нет никакого сомнения.
Уже сейчас известно, что до конца 2020 года заправок для ВАЗ-автомобилей должно увеличиться до 400 по всей стране. Это обеспечит нормальной заправкой движение подобного автомобиля в любом направлении. Сейчас автомобиль, работающий на водороде, стоит около 80 тысяч. Точная цена – 78 200. Как только производство станет массовым и появится спрос на них, цена упадет до 50 тысяч. Скорее всего, меньше 50 тысяч этот автомобиль стоить не будет, потому что он очень дешевый в использовании. Так что будущее уже наступило, будущее без бензина. Да, и еще с этого года в Германии начинают проводить программу по запрете дизельного топлива. 8 крупных городов, в том числе Кёльн, Мюнхен, Берлин, заявили, что машины с дизельным топливом не будут иметь права заезжать в черту города, особенно, что называется, исторической частью города. Везде в газетах эта тема обсуждается, дизельные автомобили полностью уходят из производства, и содержание дизельного автомобиля будет покрываться дополнительным налогом, а это значит, будет еще дороже. Люди начнут отказываться от дизельных машин. Это обозначает также для скупщиков автомобилей из Польши и Восточной Европы, что скоро на этом рынке появится очень много дизельных машин из Германии. Возвращаться к прошлому Германия уже не будет, она идет вперед, поэтому удивляться нечему, все внедряется очень быстро, тянуть на 10-20 лет они не намерены, в течение 3-4 лет они сделают то, что сказали. К 2020 году откажутся от АЭС, а приблизительно к 2025 году хотят полностью отказаться от устаревших, сложных, дорогих и опасных источников энергии. Важным моментом для эффективной экономии энергии является также то, что в Германии запрещены обычные лампы накаливания. Те, кто последнее время ходили в магазины, наверное, заметили, что их уже совершенно нет в продаже. Все лампы заменены на светодиодные лампы. Это позволяет сократить выбросы CO2 и сэкономить деньги. Запрет на продажу ламп накаливания в ЕС дал дополнительный толчок развитию светодиодной технологии. Ну и последнее, смеха ради, хотя это тоже серьезно, если вдуматься. Этот автобус, например, в британском Бристоле, ездит на биометане, формула CH4, газ, который получают в результате переработки человеческих фекалий и пищевых отходов. Для того, чтобы автобус проехал 300 км, необходимо столько отходов, сколько 5 человек производят за год. Поэтому вот соответственная картинка. Это, конечно, пробные варианты, и можно шутить по этому поводу, но на самом деле это достаточно много топлива, скажем так, которое сейчас не знают, куда девать. Если удастся продвинуть этот проект, то проблема будет решена, как и с многим остальным мусором, который на Западе успешно используют по 2 и по 3 раза. На фоне того, что сейчас происходит в России, это одна из самых актуальных тем. Но об этом подробно мы поговорим в следующий раз. Пока!